myself believe it. This night will never go. Tomas, I appreciate your coming. Forgive me for getting straight to business. Diaz has asked me to oversee a minor business transaction. Let's hope it goes better than last time. Which is why I thought of you, my friend. I've dropped some protection at the multi-story car park. Pick it up, then go and watch over Diaz's man at the drop-off. Gracias, amigo. Diaz, huh? Apparently that angry midget runs this madhouse. Let's see what that creep has to do with things. Привет, дорогие друзья, подписчики и зрители канала, с вами я, Skillmax, и сегодня я продолжаю проходить игру GTA Vice City. Да, ребят, все же я снова добрался до нее и готов делать по ней видео. GTA Vice City не было довольно-таки долго, около 3 недель, но я все-таки переосилил свою лень и готов делать Vice City. Да, ребят, вы можете меня слышать. И что же у нас сегодня за миссия? А сегодня у нас очередная миссия на полковника Кортеза. Кстати, одна из самых главных миссий в игре. Через нее мы познакомимся с одним из самых влиятельных людей в Вайс-Сити, а точнее с Рикардо Диасом. Он был на яхте у Кортеза на вечеринке, хотя кого там только не было. Многие любят халяву, и город не исключение. Но сейчас давайте заедем на эту парковку и посмотрим небольшую кат-сцену. I see. Look, you want to do something other than just shadowing me everywhere? Why don't you come along and show me if you're any use? I might just do that. The name's Lance, by the way. Tommy Vercetti. Let's go. Так значит, этого парня зовут Лэнс. Ну ладно, Лэнс, давай садись в машину. Кстати, насчет машины, куда делась наша машина? Как только Лэнс подъехал, сразу наша машина как испарилась. Будем думать, что он здесь не замешан. Ладно, ладно. В общем, ребят, вы, надеюсь, помните этого парня, Лэнса. Он нам помог, когда на нас нападали те сумасшедшие повара, которые до сих пор мне снятся, да, ребят. Они такие были страшные, и их вилки могли меня зарезать в любой момент. И он нам в тот момент дал пистолет, дал машину, и мы поехали разглядывать оружие, да. В общем-то, он нам помог. Ребята, а вы тоже это видели? Ну ладно, давайте поедем к Диасу уже, наконец. You must be Cortez's new gun. Until more gainful opportunities arise. They'll be here any minute, we both better get a good vantage point. Okay, I'll take the balcony, you get the roof across the yard. Так, ребят, ну а это и есть тот самый Рикардо Диас. Я его буду называть просто Диас, и в будущем мы будем на него выполнять миссии. Сейчас у него здесь сделка с кубинцами, он, наверное, им будет предлагать наркотики, но это уже не наши дела. Наши дела проследить за этой сделкой, чтобы им никто не помешал. Но раз нам так говорят, то обязательно кто-то будет мешать. Поэтому держим оружие на поготове и ждем. А долго ждать и не пришлось. Да, ребят, это банды гаитян, заклятые враги кубинцев. И, как я понял, они решили помешать сделке, чем приписали себе смертельный приговор. Сразу расстреливаем всех, кого видим. И так, две машины уже как и не было. Сразу скажу, оружие очень точное, очень меткое, поэтому стреляйте в дробь, да, не стреляйте зажимом, потому что потратите просто патроны и ни в кого не попадете. Так, три машины мы уже расстреляли и ждем четвертой. Так, мы с ними почти справились, но у Диаса достаточно людей погибло, и надеюсь, нам за это ничего не будет. Так, сейчас последняя машина, и один из пареньков убежит. Вы скажете, засал? Нет, ребят, он начал оббегать Лэнса. Если вы проспите этот момент, то Лэнса убьют и придется начинать все сначала.
Так, эти ребята решили быть самыми смелыми. Но одному из них уже не повезло, ему прописали хедшот в голову. Ну ладно, берем его мотоцикл и направляемся за вторым парнем, у которого сейчас деньги. Сразу скажу, не забудьте с собой взять УЗИ, да, потому что гоняться с ним будете очень долго и вряд ли, что вы ему что-то сделаете. Так, ну, убить его очень просто, если у вас есть УЗИ, просто едьте за ним и стреляйте ему в спину. Так, деньги у нас, теперь направляемся к Диасу. To you. What is your name? Tommy. I see you soon, amigo, I think. Shit. Where's that guy, Lance? А на этом все, нам дали $1000, спасибо тебе, Диас. Всем удачи, всем пока и счастливо, до скорого.